В Варшаве состоялась третья сессия так называемого «Съезда народных депутатов России». Его организатором выступает российский оппозиционер и экс-депутат СССР Илья Пономарев, голосовавший против аннексии Крыма. Участники самопровозглашенного парламента в изгнании обсуждают будущее устройства России. And saying that Putin regime captured Russian people, so they are working to liberate Russian people. He needs some legitimization afterward, maybe when Putin will leave his office. But many people and politicians and even experts are looking at him with, let's say, distance. Не всем нравится, что бывший парламентарий поддерживает военные операции в приграничье и, в частности, сотрудничает с так называемым «Легионом Свободы России», который заявил об участии в рейдах на территории Белгородчины. We're standing here at the premises of Congress of People's Deputies, and that's the parliament. There are human rights defenders, the great journalists, great political activists. The goal is to build a new Russia. The goal is to pass the new constitution, to pass the new basic set of laws and create a transitional parliament, which would work from the moment of the regime change until the moment when a normal, fully legitimate parliament would be voted by ordinary Russians. I am not saying that we have the ultimate legitimacy, that we are the power of Russian Federation, but at least we are something. На прошлой неделе Пономарева и его соратников не позвали на большую конференцию российской антивоенной оппозиции в Европарламенте в Брюсселе. Критики бывшего депутата отмечают отсутствие реального влияния на политические процессы. Жадный способ никт не ма интересу, але навык питания, в який способ они могут меч вплыв на то, что шинджея в России. Не мышляем о том, в який способ могут изменить ситуацию. І максимум, чого вони там пропонують, то якось там нех зробимо контрпропаганда тему, що там дає Путін. На видаженнях, на конференціях, на конгресах, нестети, війни не виграш. Порозмовляю, попішом, бендом, дуже задоволені з собі, але ну, з того, що вийде, ніць не вийде, як завжди. The activists of the Russian opposition create many new initiatives, such as this Congress or even armed units that support the Ukrainian army in the fight against Russia. Unfortunately, what we collectively call the Russian opposition seems to be very divided and competitive today. Magdalena Hodovnik for Euronews from Warsaw.